Good morning, everybody. How are you getting on? Let's begin today's lesson. Our today's theme – fruits and vegetables. Доброе утро всем! Как у вас дела сегодня? Давайте начнем сегодняшний урок. Наша тема – фрукты и овощи. Repeat after me. Повторяйте за мной. Grapes – виноград. Carrot – морковь. Томато, помидор. Apple, яблоко. Sweet pepper, перец. Potato, картофель. Apricot, абрикос. Pear, груша. Cabbage – капуста. Eggplant – баклажан. Lemon – лимон. Plum – слива. Orange – апельсин. Peach – персик. Onion – лук. Banana – банан. Cherry – вишня. Cucumber – огурец. Pit – свекла. Garlic – чеснок. Well, remember, we'll check it once more. What is it? What is it? Ребята, выучите эти слова. Ну что, теперь приступим к заданиям. We'll start the first task. Первое задание. Соотнесите название овощей и фруктов с картинками. Match the name of fruits and vegetables with pictures. Второе задание. Собери из букв английские слова, как показано на картинке, соединив их линиями. Третье задание. Догадайтесь, какое слово зашифровано. Напишите слово, а также укажите, фрукт это или овощ. Guess which word is encrypted? Read a word and else indicate fruit or vegetables. Следующее задание. Составьте буквы в нужном порядке и подберите соответствующую картинку. Unscramble the words and match them to the pictures. Следующее задание. Угадайте, что это. Guess what is it?
Следующее задание. Write missing vowels match. Перепишите слова, вписав пропущенные гласные. Подберите соответствующую картинку. Домашняя работа. Homework. На странице 171 упражнение 4. Это ваша домашняя работа, ребята. Спасибо за внимание. До свидания.